Костас. Я уже сбился со счета по времени, сколько у Костаса стоит наша юрта. Очень давно, надо у него будет спросить. 3 или 4 года, может уже и 5 лет. Частный сектор, и ищем, где же Костас находится. Он говорит, ты же помнишь, я ничего не помню. Цель найдена. Мы на месте. Известный житель юрты Костас. Да, ребята, представляете перекрытия, какие должны быть у вас. Мощные. Сколько? 300 килограмм. 300 килограмм это мало? Костас уже с Дашей о чем-то начал философствовать, а я пока... Вашего разрешения в юрту приду. Вот это такая же, как у меня камера. Крутяк. Ну что, дорогие друзья, вот наша юрта. Начинаем потихонечку ходить по ней, смотреть. Как видите, детская зона. Здесь можно устраивать джангл пати. Здесь мы видим теплый пол. Хожу, и очень тепло. То есть, ну, здесь у нас импровизированная спальня. Очень, кстати, уютная. Свободная планировка перетекает. Детская в рабочий кабинет. И дальше перетекает в кухню. А слева у нас русская деревенская печка. Ну и Костас тут собрал. Я не знаю, как это называется. Я называю это барбулятор, но он... Какой барбулятор? Это пресс для отжима, холодного отжима кедрового масла. Это вот бочка. Туда ядро помещается. Все под давлением. Единственное, тут современное, это гидравлика. Все остальное, как в старые славянские, древнерусские времена. То есть туда закидываешь орех? Ядро туда закидываешь. Вот, закрываешь. А, ядро, подожди. Ядро. Без шкурки? Конечно. Без скорлупы? Закрыл, все прессом отдавливаешь, и получается... А что со жмыхом делать? Жмых – это продукт уникальнейший. Кстати, со жмыха делают кедровое молоко. Когда у детей, вернее, у кормящей мамы вдруг бывало такое, пропадает молоко, то вот из жмыха делают. Это обезмасленное растительный белок, который на самом деле лучше всего усваивать. Люди, которые понимают, вот у меня на него, на масло... Скажем так, если в процентном соотношении 50% уверенный сбыт, а у этого 100%. То есть он только появляется, у меня есть 10 человек, кому я могу позвонить, и они сразу скажут, давай вези, хоть сколько. Ну, не хоть сколько, а там... Что они делают? Едят его. Просто едят? Его с курагой, с черносливом мешают. Это усваивается, я говорю, у него... Ну, ты нравится. Нам сейчас дашь попробовать, да? Ну, конечно, попробуйте обязательно. Это для людей, которые уже осознанно подходят к своему организму. Мы, то, что мы едим, сам же знаешь. Ну и, конечно, мысли наши. Мысли. Закрываем и командор. И смерти не боимся. Закрываем командор. Закрываем ленту. Закрываем окей. Что в командоре есть, скажи? Колбаса. Колбаса? Ты ешь колбасу? Я нет. Слушай, ну колбаса это вообще убийство для организма. И не только колбаса. Убийство для организма сейчас, наверное, 90% того, что нам предлагают ритейлеры, это убийство. Начиная с хлеба, что самое страшное. Хлеб всему голова, а он у нас убийство. Там дрожжи. Так, если вдуматься, дрожжи, знаешь, когда появились вообще в России? В 1942 году. Их немцы завезли. А вывели они их, сделанные они из костей. Людских. Просто сейчас это все завуалировано. Ну, завуалировано, забыто и так далее. Это много информации об этом. Раньше все на заквасочке, так его хлеб на закваске стоит 2 недели для эксперимента. Слушай, а ты в печке-то хлеб делал? Да, делал, конечно. Ну, мы... понимаешь. Мы печку затопим? Ты вон ту русскую нет. Вот эту можем. А, вот эту, да. Но... Затопим? Без проблем, конечно.
протопил, сегодня еще холодновато. Ты как часто отопишь? Я раз. Вот в такую до минус 10 раз. Сегодня минус 10. Ну вот видишь, чувствуешь так немного как бы свежо. Да, да, чуть-чуть свежо. Это я вчера потопил ее вечером. Ну и так, и то зависит от количества, сколько ты туда положишь дров. Я вчера ее, ну где-то, наверное, протопил минут 40. Закрыл и уехал. А если часик полтора топить, то она дает свои плоды. Без печки, я тебе скажу так, здесь бы, мне кажется, я бы на электричке разорился бы. Печка тебя спасает, да? Ты что, без печки просто невозможно было бы жить. Без очага в юрте жить невозможно, скажу так. На этом 2 киловатта, она реально теплая. А на ней... То есть Костас ее топил вчера, а сейчас она теплая. Ну, сейчас мы ее нагреем, и будет еще теплее. Никогда не было такого, что забуксовала. Костас постоянно с кем-то разговаривает, дела решает. Не дает нам качественный фильм снимать. Ну да ладно. Ну вот, ребята, пока Костас нам рассказывает интересные истории, мы затопили печку русскую. Заехали мы в мае. Да, я в мае заехали. Лето. Сейчас вот пятая зима. Или четвертая зима пошла. Уже забыл. Ну, три года мы, четыре года здесь стабильно живем. Пятый год. Ну и стоим мы как раз на фоне наших любимых пятен, да? Которые все-таки у нас есть. Да, ну, как ты говорил, можно. Ну, вот я уже часто вытеснил, что надо вот в межсезонье, вот когда... Проветривать, угу, сушить. Открывать хотя бы, чтобы все время нагреть тут ее хотя бы раз и открыть. Нагреть жестко, печкой и так далее, чтобы она вот... И вся эта влага туда уходит. Но пока вот нет... О, видишь? Представляешь, тут даже осы у меня вот... Свили себе этот... Подожди, если осы, значит это круто. Это что, улей? Ну да, вот он, я его даже не видел. Вот видишь, здесь они начинали себе видеть. Улей. Здесь у тебя теплые полы. Русская печь. Ну, то есть ты сам доработок еще здесь без нас куча сделал. Ну это было за делом, чтобы я понимал, что всю жизнь в юрте я не буду жить. Почему? Потому что это все-таки временное строение. Переносное, временное, дачное там. Но эксперимент вот у меня... Удался. Да. Ну Джастас Волкер 3 года жил в юрте. Ты его пережил. Ты с окнами решил? Вывоз. Костаса, скажите, пожалуйста, вот, к сожалению, жену с детьми не застали. Как им жить в юрте? Ну как? Ну что тут? Пространство, которое позволяет детям. Мы видим детей, они видят нас. Ваша семья единственная в Красноярске, Красноярском крае и, возможно, еще дальше, которая живет в юрте. Много лет. Расскажите свои ощущения. Ну, мужчине проще немножко. Ну, вот я бы с удовольствием этот вопрос задала девушке. Ну, знаешь, я скажу так. Чем старше становятся дети, тем хочется больше территории, потому что, ну, вот этих 70 квадратов на самом деле нам не хватает. Учитывая, что тут печка стоит, ванная занимает. Окей, но юрту можно больше сделать, чем 70. Сама жизнь в юрте.
сама жизнь в юрте, ну да, она... Ну, как она, вам, кажется, она как в доме. Она сподвигает, вот аура какая-то определенная, что-то, что-то вот другое. Я тебе скажу так, что я уже привык к этой ауре. Поначалу, да, аура, мы восхищались. А сейчас ты уже приходишь, все обыденно. То есть человек ко всему привыкает. Я уже привык, что у меня есть юрта. Кто-то сюда приходит, о, там, кто на массаж жене приходит, они, ой, какая у вас аура там, как. И так далее, понимаешь? Но все-таки аура была. Но она и есть. Ну, аура, которую вы именно чувствовали. Которую вы вот видели прямо через прозрачное свой, через прозрачный свой потолок, он у вас огромный потолок. У вас не просто можно видеть небо, каждую звездочку можно рассмотреть. Ну да, я помню, с маленьким своим раз его укладываешь. Пойдем звездочки. Вон, не хочу, папа, спать, не хочу. Я говорю, пойдем звездочки, посмотрю. Так его подвижу, говорю, смотри, вон твоя, вон моя звездочка. И вот так раз, раз, а, раз, он. А скажите, какое созвездие у вас видно через окно? Окно вот это, ну как, окно же, можно вот, сказать. Ну, я не скажу тебе, какие созвездия. Не наблюдали? Ну, сильно не вникал. Я, кроме Большой Медведицы, там, я не знаю, сильно созвездия не знаю, там, не увлекаюсь. Программа есть специальное, приложение «Установи», и вечером сегодня, пожалуйста, сообщи нам, что тебе видно. Хорошо, попробую. Там просто на небо наводишь, и он сам тебе все рисует. Здесь терпильная система у нас, конечно же, усиленная. Она не такая, как на шестерке, на семерке. Вот видите, да, конденсат. С ним нужно бороться только теплом, либо проветривать летом. Но выглядит, честно говоря, как кора дерева, как дизайн какой-то дополнительный. За это время я мог дом построить 6x6, двухэтажный. 40 дней ты ложил? 40 дней в одного. Почему так долго? Нужно кирпич к кирпичу, там же внутри колодцы, проходы, переходы. Плюс вот этот свод, это же все, вот это выложить же надо. Ты по интернету смотрел? Ну, схему? Да, нашел, это печь Порфирьева, на 60 квадратов она рассчитана. Вот этот свод там все, ты попробуй вот это все выложить. Она же еще вот туда, понимаешь? Ага. Ну, то есть вот там открываешь сзади, она вот это прогревает. Если ну, ходы. Есть, как-то было 45. Какой-то год, вот, ну я не помню, там, 2 или 3 года назад. Да в том году 45 было. В том году, по-моему, не было. Было 45. Ну в том году я не знаю. Я вот там прям зажигал, и она прям до такой степени нагрелась, что просто вот так стоишь, вот так. От нее и так сейчас будет тепло, вот ты уже. Когда ее хорошо протопишь и постоянно топишь, то есть утром, вечером, от нее вот такого как... Ну это и есть инфракрасное. Короче, тепло. Короче, самое правильное инфракрасное тепло. Я тебе скажу, что после этого в юртах печек печки, 100%. Не 40 дней, конечно, но будут делать. Нет, а если мастер приходит, мастер, вот ко мне пришел. Ну дней 10 делает. У тебя какая печка? Нет, 10 дней будет делать такую печку мастер. Сколько? Месяц. А, какую? Ты что? Мастер будет делать месяц такую печку. Да? Я делал 40 дней на 10 дней. А фундамент ты сколько делал? Фундамент вот этот? Нет, под печку ты же заливал. Ну да. Бетон, не, плита там. Вот эту сделал, плиту здесь. Там вот сваи? Там забурено. Ну, будут забурены сваи. Сваи забурены. И сверху плита. Потом плита 30 сантиметров, а потом из блоков тык-тык выложено, чтобы вот до этого уровня. Да, да, да. И потом на нем отдельно стоит. То есть вот от этого фундамента отдельно. Ну, понятно, стоит, логично. Чтобы они не, там не двигались. И вот он, ну видишь, вот сколько стоит, он вроде движения не создал никакого. Как бы здесь-то вот это вот основание под трехэтажный дом, на самом деле. Здесь все забурено 3 метра. Я помню твои идеи. Но. И я уже здесь, как бы у меня есть понимание, я здесь делаю... Ну там я не знаю, скольки угольник это будет. Ну, скорее всего. Ребята, надо проголосовать и остановить Костаса. Он хочет снести со временем юрту. Скорее всего, по 1.20 м, чтобы потом вставлять туда окна. И утеплитель же 1.20 м длину имеет, понимаешь? И то есть вот тынь-тынь-тынь-тынь-тынь, я углов создам, каркас сделаю и все. Зачем тебе эти окна? Это теплопотери. От чего ушли, к тому придем. Подожди. Окна для того, чтобы... Ну, это уже будет не 1.60 м, а будет 2... Ну, как стена будет, как вот обычная, 2.60 м, да? Окна для того, чтобы, ну, восприятие здесь, там, в
А смысл без окон? Все равно окна же должны быть. В доме в любом, кроме юрты, есть окна. А это все уберется, это, ну, как бы это выставится. Я думаю, люди оценят. Вот это постираем, либо новое там сошьем, чехол новый. Может, в Танзебее везу, не знаю. Нет будущего. Нет будущего, нет прошлого, Саша. Отлично. Здесь и сейчас. Хорошо. Я тебе серьезно говорю. Значит, я сейчас достану такую специальную штучку, как у людей черных. Сделай вот так. Ты не можешь предугадать свое будущее. Вот ты сейчас думаешь, что это вот семейный бизнес там и так далее. Ну, может произойти такое, все что угодно. Все что угодно. Может пройти все что угодно. Может, ты влюбишься в другую женщину или она в другого мужчину. Ну, допустим. Понимаешь? И у вас другая ура. Допустим. Это одно из. И это жизнь. Понимаешь? А я тебе об этой теории часто говорю, ты ее не хочешь принимать. Посмотрите фильм. Ну, по крайней мере, может, про себя. Потому что я тебя люблю. Посмотрите фильм. Да, ну, по крайней мере, про себя ты всегда говоришь. Не говори ерунду. Ну да, любовь, все основано на любви на самом деле. Любовь — это высшее чувство. Но оно складывается из любви к себе. Ну, это однозначно. Однозначно. Вообще, как бы. От любви к себе и от любви к нему. Да. Ну, он сам себя любит, и все его любят. Правильно. Тогда ему хорошо. Будешь любить себя, тебя полюбят другие. Не будешь себя любить, ну там, я не знаю, зубы не чистить, грязные ходить. Ну кто тебя полюбит? Правильно? Угу. Бухариком будешь. Будешь любить себя, тебя полюбят другие люди. Это однозначно. Ну что, давайте посмотрим тамбур импровизированный, который Коста сделал тоже сам. Здесь мы никак ему не помогали в этом деле. Вот материал 4 года стоит. Ну, видно, что грязь, ну, по сути, это можно помыть. Низ у него степлер. И там у него, конечно, видно всю полностью инфраструктуру. Да, мы видим, у него канализация идет. И видим тумбы. Так понимаю, они залиты бетоном. Давайте продолжим экскурсию по нашему тамбуру. Здесь обычные стеклопакеты, обналичка. И видите, как тут все сделано. Очень уютно. Мы понимаем, что в Сибири у нас должны быть сени, тамбура и так далее. Ну, здесь мне, конечно, приходится немножечко нагинаться. Но это дело привычки, если вы привыкните, то ударяться вы, конечно, не будете. Тем временем идет философский разговор между Дарьей и Костасом. Я гуляю по юрте. Здесь видите автомат. Respira más que serio, allá.